Более 200 педагогов пришли работать в школы округа в этом году. В курс дел их ввели на встречи для учителей, которые только начинают свой трудовой путь в стенах люберецких учебных заведений. В Люберцах их поприветствовала депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Да, это трудная задача сегодня быть учителем, директором школы, любым работником образования, потому что система управления и контроля, она увеличивается, а мы-то, понимаете, остаемся на прежнем уровне. С новенькими в люберецкой системе образования Лидия Антонова беседовала на равных. Учительница английского языка в прошлом поделилась своим опытом и подсказала, как привить детям любовь к предмету. Было что добавить и директору Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Сергею Косарецкому. Педагогам он разъяснил принципы работы эффективной школы, главный из которых – быть ориентированным на успех ребенка. Когда мы находим лучшую школу, когда мы находим наиболее эффективные школы, мы находим там именно такую установку и педагогов, так называемые высокие ожидания, когда для них любой пришедший ребенок обладает значительным потенциалом. Они верят в его способность двигаться успешно по образовательной траектории, достигать наилучших возможностей. Подобные встречи стали традиционными. Они дают возможность педагогам познакомиться друг с другом, руководящим составом, наметить вектор дальнейшей работы. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.